тот тариф, который нам планируется установить, он позволяет жить и работать нашим предприятиям, но он не позволяет развиваться нашим предприятиям. И вот здесь, к сожалению, наверное, отрицательная сторона. На обновление подвижного состава затраты на лизинг не включены в стоимость тарифа РЭК в данной ситуации, поэтому говорить о обновлении подвижного состава за счет средств муниципальных предприятий пока преждевременно.